Лучшие специалисты, европейский сервис и ультрасовременное оборудование – это то, что предлагает медицинский центр доктора Аладдинской New Life Diagnostic. За полгода работы сюда обратились почти 3000 человек. Какие услуги оказывают и как записаться на прием, узнаете из нашего следующего материала. Малыш лежит правильно. Это девочка. Веру Аладдинскую в Петропавловске знает каждая женщина. Если не была на приеме, то наверняка слышала от подруг. Врач высшей категории по ультразвуковой диагностике. Ей доверяют самое ценное – здоровье матери и ребенка. За 9 месяцев беременности женщины проходят 3 скрининговых обследования. Это позволяет на ранних сроках выявить патологии и назначить правильное и своевременное лечение. Именно этим занимается медицинский центр доктора Аладдинской. Наш центр открылся 7 марта, я уже говорю, 2019 года. И сначала он состоял из врача ультразвуковой диагностики, акушера-гинеколога и невропатолога детского. Затем мы поняли, что необходим нам неонатолог. Сейчас уже к нашей команде присоединился травматолог взрослый, нейрохирург и детский нефролог. Узнав об интересном положении, женщины могут наблюдаться у специалистов центра, но сначала им нужно встать на учет в женской консультации. Сопровождение беременности – это 3 скрининга и наблюдение у врача-гинеколога. Лучшие специалисты – европейский сервис и ультрасовременное оборудование. Например, вот этот аппарат для проведения УЗИ – Волюсон S8. Такого точно нет ни в одной больнице Петропавловска. Аппарат у нас достойный, который позволяет проводить ультразвуковые исследования беременным женщинам. Деткам проводим. Сейчас у нас обучилась вторая доктор, будет проводить все виды УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной железы, молочной. Если раньше в учебных пособиях писали, что патологии можно увидеть только во время третьего скрининга, то сейчас с помощью такого аппарата их видят уже на первом. Кроме этого, здесь работают лучшие в городе специалисты с большим опытом работы. Принимают здесь и новорожденных. Ангелина Семенова вместе с дочкой Кирой на приеме у невропатолога третий раз. Говорит, уже после первого посещения и назначения заметен результат. С появлением ребенка все родители стараются найти лучших специалистов, чтобы все было качественно и приятно, и чисто, естественно. Мы обратились сюда. Здесь у нас очень отличный нервопоток, также УЗИ. Мы проходили УЗИ. Здесь очень вежливое обслуживание, очень хорошие специалисты, отличное оборудование. Как бы нам очень все нравится. Обратиться можно и к другим специалистам, например, пройти курс массажа или лечебной физкультуры. А в качестве комплимента за ожидание врача пациенткам и их спутникам предлагают выпить чашечку ароматного кофе или расслабиться в релаксирующем кресле. За полгода работы медицинский центр New Life Diagnostic оказал около 4000 услуг. Сейчас его клиентами являются почти 3000 человек. New Life Diagnostic – единственный в городе медицинский центр, где можно записаться на прием онлайн на сайте или по телефонам +7 715 2 500 999, +7 700 599 97. Все интересующие вопросы также можно задать в Инстаграме. Сейчас у New Life Diagnostic больше 7000 подписчиков. Он находится в самом центре города, в современном бизнес-центре «Квартал» по адресу улица Карима Сутюшева, 60, офис 837. Алена Хан, Даниил Тарасов, новости МТРК.